Военкомат Выборгского района стал лучшим в городе по подготовке и проведению осенней призывной кампании. Торжественная церемония награждения прошла на Большом Самсоневском проспекте. Кубки, почетные грамоты и благодарственные письма вручили лучшим сотрудникам комиссариата. Некоторые из них трудятся не один десяток лет. С почетной наградой коллектив поздравил глава района. На ваших плечах лежит та частичка, которая лежит в фундаменте нашей обороноспособности нашей страны. Это очень непростое время. Вы делаете такую работу, которая, может быть, незаметна с первого взгляда, но она очень нужна. Осенью прошлого года военкомат Выборгского района призвал на службу 280 человек, за год 545. Специалисты говорят, в последнее время заметно снизилось число уклонистов. Растет количество ребят, которые добровольно прибывают у нас уже в комиссариат и сами просятся призвать их на военную службу. Это играет для них большое значение, потому что кто у нас призывается в первых рядах, они само собой могут выбрать место службы. Районный военкомат проводит большую работу не только с призывниками, но и с подростками. Главная задача – сформировать правильное отношение к службе. Кроме того, по итогам 2015-го военкомат Выборгского вошел в число лучших в ежегодном смотре-конкурсе призывных пунктов Петербурга.